1:50 экранного времени. 4 снежных съемочных зимы. Тяжелый труд и для авторов картины, да и для зрителей, пожалуй, тоже. Это была Айка Сергея Дворцевого. Спасибо, что досмотрели. Такое непростое кино. До конца. Допускаю, что даже среди зрителей кино ТВ, лучших в мире, конечно, есть люди, которые впервые услышали имя этого режиссера. А между тем, Сергей Дворцевой – один из самых известных и титулованных, и премированных режиссеров постсоветского пространства. Тоже интересно, конечно, как мы говорим о Дворцевом, особенно в контексте проблематики Айки, с точки зрения национальной, а точнее даже государственной принадлежности. В «Минуты триумфа» называем режиссером российским, в иные дни – казахским. Наверное, это не так важно, да и странно вообще вести эти разговоры. Вернемся к регалиям. Сейчас в фильмографии Дворцевого 6 картин, за которые он получил в общей сложности 37 международных наград, это не считая номинаций и соисканий. Та же Айка, например, в шорт-лист Оскара вошла. И все равно режиссер не звезда и широкому зрителю неизвестен. В сегодняшнем специальном эфире в ближайшие полчаса мы покажем интервью и с самим Дворцевым, и с исполнительницей роли Айки Самал Есаповой. Но начнем с простого и банального вопроса. Кто такой Сергей Дворцевой? Так мы обратились к кинокритику «Афиши Дейли» Станиславу Зельвенскому. Сергей Дворцевой – очень уважаемый документалист. Он в начале нулевых, в конце 90-х, в начале нулевых снял 4, если не ошибаюсь, фильма, которые получили кучу призов. «В темноте», «Хлебный день», там еще какие-то два. И он был очень таким статусным документалистом именно, уважаемым. Потом он снял фильм «Тюльпан» в 2008 году, который в Каннах получил главный приз в «Особом взгляде». Тоже, в общем, вполне обласканный вниманием. После он пропал на 10 лет. Я не знаю, чем он занимался, и никто не знает. Поэтому, наверное, о нем все-таки подзабыли, потому что вот 2008 года эта фамилия вообще не звучала никак. Ну, в общем, эта фигура вполне себе такая культовая в определенной среде и уважаемая. Вот, и он казахский кинематографист, нужно это все-таки иметь в виду. Хотя, конечно, Дворцевой человек русской культуры в широком смысле. Как не понравился? Она сказала матери, что лопоухи. Дворцевой снимает такие лирические фильмы про простых людей. В основном у него были фильмы про провинцию. Ну, вот это как раз традиция такого русского документального кино хорошего. Такие долгие планы и внимательный взгляд на, так сказать, жизнь. Первый фильм Дворцевого – это 25-минутное документальное счастье. Как сказал Зельвенский, долгие планы, внимательный взгляд на жизнь. В кадре вроде бы ничего не происходит, а при этом как будто происходит все самое главное. Семья кочевников, вот ребенок. Поел и заснул. Вот корова, застряла в бидоне. Вот женщина, зашивает ботинок. Вот мужчина, прокалывает верблюду морду. Караван уходит. Все. Я прекрасно помню свое первое впечатление от просмотра фильма «Счастье». Тогда еще никому неизвестного режиссера. И более того, я эту картину смотрел до того момента, как она получила какое-то такое сверхъестественное, даже, может быть, в чем-то количество всяческих призов на очень важных фестивалях в мире. И тогда я понял, что этот человек непростой. Потому что, казалось бы, кто не снимал быт казахской периферии, казахской деревни? Но кто бы его не снимал, снимали, по сути, с этой жизни какие-то сливки, какие-то такие поверхностные эффекты и не углублялись внутрь. При этом нужно подчеркнуть, я понимаю, что сейчас это, может, звучит как-то не очень понятно для наших зрителей, ведь он еще снимал это в эру кинопленки, когда
Не то, что сейчас можно снимать часами, вообще не задумываясь, можно уйти, включив камеру, и прийти, выключить ее на следующий день, и там что-то тебе попадет в кадр, и, так сказать, какой-то момент жизни ты как бы захватишь. Он снимал на кинопленку, когда ты должен включить камеру в тот момент, когда начинается событие, и выключить, она сама выключится, потому что пленка заканчивается максимум через 10 минут, и этот засыпающий мальчик... Это, конечно, нельзя снять вот так вот просто по наитию, случайно. Это значит, что Дворцевой очень долго, погруженно растворялся в этом пространстве и знал все наверняка. Он изучал жизнь какого-то абсолютно уверенного предсказания событий. Или следующая картина. Хлебный день. Старый поселок. Старики. Для них, хоть и в нескольких километрах от их домов, каждую неделю по вторникам отцепляют вагон с хлебом. И вот эти старики толкают этот вагон по ржавым рельсам, просто чтобы не умереть с голода. Казалось бы, камерная маленькая картина. А между тем, чуть ли не самый пронзительный портрет всей страны в российском кинематографе. Все герои фильмов Дворцевого – это все мы. Да, он, может быть, не включает в свои фильмы высшие слои общества, но в каком-то смысле высшие слои общества тоже толкают свой вагон. Может быть, не с хлебом буквально, но то, что мы вынуждены, так преодолевая и превозмогая какие-то, так сказать, препятствия, пытаться жить какой-то естественной жизнью, это, безусловно, нас всех роднит в этом нашем, как всегда, в России, непростом сегодняшнем дне. Ну, сколько раз вам объяснять? Знаешь что, мы вчера 2 часа пустой гнали, 10 человек. Мы ее еле догнали, 2 часа гнали. Его следующий фильм «Трасса» посвящен бродячему цирку. Другой – «Док в темноте». Слепому мужчине, который плетет дома авоськи и нет, не продает их, а раздает на улице бесплатно. Пожалуйста. Что, ребята, спеть вам? Все герои Дворцевого – это маленькие беззащитные люди, которые нам, городским жителям, конечно, кажутся странными. Но тут большой вопрос. Кто же странный на самом деле? Сердце, что напев соловья, грусть и радость моя. Папа Баджанян, песня да. Первой любви. Да, это да. Это такой художественный фильм. Да. И композитор Арно Бабаджанян. «В темноте» – последний на сегодняшний день документальный фильм Сергея Дворцевого. Давайте послушаем фрагмент интервью, которое по просьбе Кино-ТВ взял у режиссера, шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. Мы потом вернемся к этому интервью, но сейчас вот этот важный фрагмент. Вы не думаете вернуться в документальное кино? Да нет, я не так сказать, там, думаю или не думаю. Появится очень интересный объект. Человек или ситуация. Может быть, буду снимать. И появится, не буду. Я пока, вот пока на сегодня, я ничего в жизни не делал, если мне не нравилось. Если мне не хотелось. Ничего не делал ради, просто ради заработка. Просто ради. Тут есть люди там, режиссеры, которые снимают там сериалы, пока не снимают фильм какой-нибудь, да? Я этим не занимаюсь. Пока вот у меня так складывается, что мне удается пока дистанцироваться. И захочется снимать документальную картину? Ну, значит, захочется. Я не исключаю этого совсем. Я читал одно из интервью, в котором вы говорите про фильм «В темноте», о том, что для вас это была картина, которая в том числе показала, что документальное кино – это не то кино, которым прямо нужно заниматься, и что-то можно делать только в игровой форме, используя документальный инструментарий. Ну было, да, было такое. Я знаю и по-прежнему считаю, что, к сожалению, сегодня документальное кино все больше уходит. Ну, не то, что уходит, оно уже ушло. Все в телевидении остались там крохи какие-то. Вот кто-то одиночки снимает, как бы, как говорят на Западе, creative documentary. То есть такие документальные фильмы, как искусство, скажем, кино. Печалит то, что оно все меньше остается искусством, все меньше возможностей находить средства, все меньше возможностей
как бы находить среду для этого. Потому что среда очень важна тоже. Среда, вот социальная среда, киношная среда, она выталкивает такие картины. И поэтому сейчас, может, не так много интересных документальных картин в России делается, как я слышал, документальных. Может быть, я не прав, но ко мне то, что я слышу, то, что я вижу. Конечно, конечно, в документальном кино ты все-таки не можешь уйти очень глубоко, войти очень глубоко в человека. Потому что не позволяют некоторые личные, частные вещи, они не позволяют тебе туда зайти. Этические границы, да? Этические, да. Этические, частные. Ну, это частная жизнь. И ты, ну, такую историю, как эта, например, нельзя в документальном кино снять, потому что это вот такая вот история, как тело заставляет, физическое тело заставляет человека поменяться. Это очень сложно сделать. О чем говорит Сергей Дворцевой? Что у него уточняет Василий Степанов? Они говорят об этике обращения с реальностью. То есть существуют истории, за которыми стыдно подглядывать, которые можно только реконструировать. Хотя мы знаем, что история Айки основана на реальных событиях. Вместе с «Тюльпаном», предыдущим фильмом Дворцевого, получившим главный приз в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, они образуют дилогию. Дилогию о людях, пытающихся вырваться из привычного круга. Главный герой «Тюльпана», моряк Асхат, уволившийся из Тихоокеанского флота, возвращается на родину в Казахстан, где ему предстоит жениться на прекрасной девушке по имени Тюльпан. Эту девушку играет Самал Еслямова. Она же играет Айку, которая, наоборот, приезжает из Киргизии в Москву. У нее младенец, и девушка попадает в весь мигрантский ад столицы. Удивительно, конечно, насколько эта мигрантская тема острая и важная и для Москвы, и для всей остальной России, насколько редко она представлена в российском кино. С другой стороны, а востребована ли она? Мы вышли на улицы и спросили прохожих, хотят ли они смотреть кино о проблемах мигрантов. Зачем говорить об этом в кино? Ну, чтобы другие люди знали, с чем сталкиваются те же иностранцы, когда к нам приезжают. Я считаю, что это важная тема, и надо ее поднимать в кино. Потому что, ну, в любом случае, иммигранты ущемлены. Проблема иммигрантов много где описана. Возможно, не в русских, конечно, фильмах, но я не считаю, что у нас эта проблема очень глобальна. Иммигранты – это такие же люди. Это, наверное, основная идея. Отношение к ним, ну, неправильное. Ну, не у всех, конечно, такое. Но если он приезжий, то он все, значит, ну, с вероятностью, что он может быть плохой больше, чем, не знаю, чем хорошее. Я специально бы вот о жизни мигрантов на фильм бы не пошел. То есть я и так знаю примерно это самих. А фильмы все-таки, это же как бы, это выдумка, в принципе. Вы что тут сидите? Да, вот все, мы идем, я вас долго буду ждать, вы издеваетесь. Ну, давай. Бегом за работу. Давай. Мигранты, они полностью невидимы, исключены из социального поля во всем. В смысле, о них не пишут в прессе, мы практически не видим их на улицах, и о них не снимают кино, потому что получить финансирование на такие фильмы очень сложно, потому что, с одной стороны, нет такого социального заказа, с другой стороны, это кажется экономически невыгодным. Ну, пока недоступен. Может, батарейка села? Какие вы наивные девочки! В искусстве, например, конечно, эта тема присутствует, потому что там по-другому устроена система финансирования, и там как раз есть художники, которые могут получать гранты, и институциями это поддерживается, как раз работа со социальными проблемами, в том числе с мигрантской темой. А кино устроено по-другому, поэтому там этого нет. Давай договоримся. Почему меня дергаешь, я не пойму? В России в кинотеатрах «Айку» посмотрели 9 тысяч человек. Эти цифры – приговор аудитории, но не фильму. Картина на русском языке из основного конкурса Каннского кинофестиваля и никакого внимания. Вот Сергей Дворцевой, Самал Еслямова идут по красной дорожке в зал «Люмьер». Стоячие овации. Давайте теперь дадим слово Василию Степанову и режиссеру. Послушаем их разговор полностью сразу после той Каннской премьеры. У меня фантастическое впечатление произвел фильм, и спасибо вам за него огромное. При этом реальность, как это ни странно, у вас не такая уж и жесткая. История очень жесткая, но у вас нет какой-то обсценной лексики, какой-то невероятной. Нет насилия, все очень купированное. Вам не кажется, что нужно быть жестче, яростнее? Знаете, эта история,
Ну, я думаю, если бы я еще туда добавил чего-нибудь, то и так это очень-очень жестко для людей. Люди выходят, говорят, о боже, это как тебя как будто встряхнули страшно. Дело же не в том, что ты поставишь там определенное количество матов, и вот как бы это заживет. Это не заживет, и добавится какая-то жесткость, естественно, но оно ну, суть это не добавит. Тут очень много жестокого в ее теле, как она вот живет, как у нее кровоточит тело, как она борется с этим, борется с молоком. Вот это все, тут очень много жесткости, поэтому добавлять, чтобы бандиты вот там реально отрезали пальцы или там полицейские бы матом орали, хотя они там почти матом и орут. Ну, просто я всегда действую из необходимого. Мне иногда очень странно слышать, видеть картину, вдруг слышать, что все вокруг матерятся в картине. Ну, в жизни же не так все. В жизни, когда люди матерятся, когда нет. Но когда надо, это надо. Я с этим согласен. Когда надо. Просто в этой картине мне я чувствовал, что не особо надо. А с чем связано операторское решение именно такое? Потому что ну, ваши предыдущие работы никогда не было камеры настолько близко поставлена, мне кажется, к объекту съемки, к герою. И с Элишером Кабетхаджаевым вы так не работали, не снимали. Это было предложено вами решение или вы вместе его нашли? Ну это жизнь так подсказала, потому что во-первых, они тесно живут. У них очень в квартире там 40 человек. Очень маленькое спальное место. Очень сложно туда проникнуть. Потом Москва, если это метро, то это очень много людей, как правило. Очень трудно протиснуться с камерой. Все близко друг к другу все находятся. И во-вторых, самое главное, что нам надо было рассказать историю психологическую, в принципе. А как? Как в кино рассказать о переживаниях человека, если кино искусство такое конкретное, очень прямое. По сути, это рассказывает только камере и зрителю. Да. Потому что это очень сложная история. Она выглядит как простая, казалось бы, но она очень сложная тем, что ничего нельзя через других рассказать. Это все только она и только молча она это делает. Еще очень важно, какая у вас Москва в этом фильме, и что она снежная, такая страшная, темная. То есть эта история для вас была невозможна в другое время года? Нет, просто возможная история. Но просто я всегда хочу делать так, чтобы пейзаж и природа были частью фильма. Не иллюстрации просто, не какими-то красивыми планами, красивыми пейзажами, а чтобы они давали что-то драматургии. Двигали вперед драматургию. Насколько это, ну, снег, насколько затруднил вообще производство фильма и удлинил его? Ну, прежде всего, он не то, что затруднил, но вот снег стал частью драматургии, просто снег. Для меня то, что происходит, аномальный снегопад, вот, который был в этом году, вот, большинство мы сняли вот сейчас, в этом году, вот этих вещей. Это буквально вот снято сейчас, когда были много-много дней снежных. Аномальное явление природы, это то, что происходит с ней. С ней же тоже происходят аномальные вещи. То есть первые 5 дней, первые 6-7 дней женщины после родов – это огромные аномальные сдвиги в ней, гормональные сдвиги. И женщину атакуют гормоны очень сильно. И она ведет себя, она меняется, каждый день меняется, каждый день тело меняется, молоко, кровь – все это вместе. И вот это нам природа она дала просто больший объем для этой истории. Потому что она добавила сюда нерва такого, который, собственно, в ней и есть, в этой женщине. А так, то, что его снимать сложно, это естественно. Потому что, ну, приходится ждать. В этом фильме же нельзя, как бы, ну, типа сделать кино. Ну, вот давай мы чуть-чуть поиграем в зиму, чуть-чуть снега посыпем искусственного, чуть-чуть там, да, чуть-чуть там сделаем пены, там, чего-то еще мне предлагали. Это ничего не сделаешь в этом фильме, потому что здесь только все настоящее. Все это настоящее. И поэтому это очень сложно. И для нас снимать это было, ловить все, и для актрисы главное играть. Потому что все это по-настоящему. И ей надо было мучиться по-настоящему, страдать по-настоящему. Это фильм, где каждая секунда ее существования на экране – это страдание просто. И актриса должна была в этом находиться. Вы сразу подумали, что это сама, как только замысел появился, или вы прибирали? Актриса сама? Да. Да, сразу.
конкурсе 75-го смотра был фильм «Лабиринты прошлого» с Пенелопой Круз, «Холодная война» с Анной Кулик, «Пепел самый чистый белый» с Джао Дао, «Великая иранка» Бехнас Джафари и многие-многие другие. А «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую женскую роль получила казахская актриса. Вот как это было. Самал Ясламова и Айка. Большое. Сергей, спасибо, тебе. Je te remercie beaucoup. Спасибо. Merci beaucoup, Сергей. Sa deuxième collaboration avec Sergei Dvortsevoy après Tulpa en 2008. Роль Вайки – актерский подвиг. Во-первых, как мы и говорили, съемки растянулись на несколько лет. А во-вторых, ну, сам метод, камера, как вы видели, буквально приклеена к главной героине. У нее нет ни минуты отдыха на неверную мимику, нет отдыха глазам. Об этом методе, о многом другом. С Самал Еслямовой поговорил все тот же добрый друг нашей редакции, Василий Степанов. Речь идет о таком проекте, который снимается каким-то невероятным художественным способом. Спросить хочется в первую очередь, как вы готовились к своей роли и какие задачи перед вами ставил Сергей Дворцевой? Очень сложная роль, потому что... Я, к сожалению, еще никогда у меня нет детей, я не проходила через это, и поэтому я не знаю, что это. Все мои движения, они оказались такими быстрыми. Я вроде бы делаю нормально, а на экране кажется, что я очень быстрая, очень как бы легкие мои движения, и приходилось это все ломать. Приходилось заранее готовиться для того, чтобы сыграть усталость, а для того, чтобы... Сыграть усталость – это надо устать, а это нужно очень много физических упражнений прежде всего, а потом это все накладывается. Я знаю, что во время съемок «Тюльпана», то есть сценарий менялся постоянно, и в него включались новые элементы, да, которые, ну, импровизационно получались или придумывались в момент... собственно, съемок. Здесь было то же самое или четко расписывались? Конечно, да, здесь то же самое. Мы меняли, мы сначала обсуждали, меняли, пробовали, а потом, когда это утверждали, вот тогда уже начиналась вот работа непосредственно актерская, нужно было грунтоваться уже. Это грунт, это в последнюю очередь, когда мы знаем, что уже делать. Грунт? Грунт, это мы так называли, это тогда, когда нужно было подготовиться физически, именно устать, чтобы войти в эту... А что вы делали для того, чтобы физически устать? Ой, вы знаете, я уже даже смеялась, говорила, что мне нужно, наверное, какой-нибудь приборчик такой надевать всегда перед тем, как бегать. Думаю, я, наверное, пробежала очень много километров, я даже не знаю, сколько. Танцуешь очень много, ритмично бегаешь с гирькой какой-то. Сначала нужно побегать, устать, чтобы твой организм устал, а потом уже нужно на это все и в этом уже набирать именно актерский, и потом только играть. Еще непривычная очень картинка, но понятно, что это режиссерское решение поставить оператора практически у вас где-то иногда за спиной, иногда перед вами. Это самый близкий человек, который у вас есть, зритель и оператор. И... Я просто не понимаю, как это вообще конструировалось, как вы работали с оператором. Вы знали, куда он пойдет, то есть она? Да. Или... Конечно. Во-первых, я хочу сказать, что, может быть, это с «Тюльпана». В «Тюльпане» были маленькие дети, если вы помните эту картину, да. И всегда камера стояла непосредственно рядом с нами, чтобы мы, то есть даже не с нами, а с детьми, чтобы они привыкли. Может быть, из-за этого у нас с камерой произошла какая-то, ну, не знаю, я очень люблю камеру. Для меня это ощущение такое, что как будто бы какая-то, ну, не знаю, спина друга. Вот что-то такое. Я знаю, естественно, когда мы репетируем, мы знаем, что вот так вот снимается, но я никогда вот не пытаюсь там, допустим, ее там подстраиваться под нее или еще что-то. Мы выстраиваем какую-то ситуацию, которую нужно играть, и по этой ситуации мы идем.
А уже как камера, это параллельно репетируется, и в принципе это органично и совершенно не мешает. То есть хореография рождается на ходу, да, уже, да, во время вместе репетиции? С камерой, вместе все это, да. А сколько вы снимали? Ну, вот по-настоящему снимали, потому что подготовка, я понимаю, очень много, да, заняла времени. Снимали, я думаю, что, наверное, 4 зимы. Вот, 4 зимы полностью снимали. Вот. Наша картина идет хронологически, поэтому нельзя было, потому что там состояние, которое развивается, и нельзя было там, допустим, снять. Бывало так, что мы сняли что-то там, что после должно быть, а потом снимали, что до. И, конечно, по состоянию это не подходило, и нам приходилось все это менять. Вы строго в порядке сценария работали? Да. Это поразительная работа. Я еще раз поздравляю вас с тем, что все так получилось. Ну да. Даже не знаю, я потому что не, как будто бы не могу объективно судить свою картину, в котором ты играл. В конце прошлого года Айка выиграла престижный кинофестиваль в немецком Котбусе, где в конкурсе участвовало 190 картин. Буквально через 2 недели после этого гран-при на токийском смотре. А в марте, уже года нынешнего, Азиатская киноакадемия вручила Самал Еслямовой так называемый «Азиатский Оскар». А американские академики включили картину в шорт-лист «Оскара главного американского». Показ на Кино ТВ – это телевизионная премьера фильма. Спасибо, что были с нами этим вечером. Сау, Булунес.